Если вы все еще не знаете, в чем встретить Новый год, я подскажу вам идею. Практически у каждой женщины есть простое платье-футляр. Сейчас оно превратится в вечерний наряд. Купите в магазине 4 метра органзы шириной 120 сантиметров и отделочную репсовую ленту. Сошьем из них пышную юбку в тон платья. Раскладываем ткань на столе и по всей длине прокладываем шов на швейной машине. Теперь стягиваем ткань вдоль нитки, так, чтобы она стала равна обхвату талии. В качестве пояса пришиваем репсовую ленту. С каждой стороны оставляем по 50 сантиметров для завязок. Вот и все, юбка готова. Примеряем. У вас было простое платье-футляр, а получился вечерний наряд. Будьте прекрасны в наступающем новом году!